Здравствуйте! На этом уроке мы решим несколько задачек. В первом задании нам нужно определить, какое произведение равнозначно дроби 4х квадрат минус 16 разделить на 2 минус х. Посмотрим, что можно сделать с этим выражением. Числитель у нас 4х квадрат минус 16. Давайте вынесем 4 за скобки. Чему это будет равно? Это будет 4 умножить на х квадрат минус 4. Да, правильно. И все это делится на 2 минус х. А х квадрат минус 4 – это разность квадратов. Это то же самое, что и а квадрат минус b квадрат. Значит, в числителе мы записываем 4 умножить на х плюс 2 и умножить на х минус 2. Правильно? А плюс b умножить на а минус b. А что мы записываем в знаменателе? Давайте немного подумаем. В знаменателе у нас 2 минус x, а в числителе x минус 2. Что, если в знаменателе мы вынесем за скобки минус 1? Что тогда получится? Тогда это будет минус 1 умножить. Минус x становится просто x, а вместо 2 мы записываем минус 2. Запомните, чтобы изменить порядок членов в таком выражении, достаточно умножить или разделить это выражение на минус 1. Изначально у нас было 2 минус x. Мы вынесли минус 1 за скобки и получили x минус 2. Зачем мы все это делали? А затем, что в числителе у нас тоже есть x минус 2. И теперь мы можем сократить дробь на x минус 2. Но если, конечно, x не будет равен 2. Если x будет равен 2, то это выражение будет неопределенным, так как на 0 делить нельзя. Но если мы все-таки предположим, что x не равен 2, тогда мы сокращаем это и это. И в итоге останется 4 разделить на минус 1, а это минус 4. И минус 4 мы умножаем на х плюс 2. Значит, правильный вариант ответа – d. Следующее задание. Нам нужно выполнить умножение. Давайте перепишем этот пример. Х квадрат плюс 4х разделить на х плюс 3 умножить на х квадрат минус 9 разделить на х квадрат плюс x и минус 12. Вы, наверное, скажете, на то, чтобы перемножить эти два выражения, упростить, сократить, уйдет целая вечность. Но здесь есть маленькая хитрость. Перед тем, как перемножать эти два выражения, нужно сначала разложить их на множители и упростить. Давайте упростим каждое из этих выражений и сократим все, что только возможно. В первом выражении мы можем вынести за скобки только x. Это будет x умножить на x плюс 4. Во втором выражении в числителе вместо х квадрат минус 9 мы можем записать х плюс 3 умножить на х минус 3. Пока нам это вряд ли чем-то помогло, но еще не вечер. Разложим на множители знаменатель второго выражения. Сумма каких двух чисел равна одному? Ведь у нас перед х коэффициент единица. Итак, сумма каких двух чисел равна единице, а произведение минус 12? Я думаю, это будет х плюс 4 умножить на х минус 3. 4 минус 3 равно единице, а 4 умножить на минус 3 равно минус 12. Все верно. Теперь можно приступить и к сокращению. Давайте оба выражения запишем под одной чертой дроби. Это то же самое, что и х умножить на х плюс 4 и умножить на х плюс 3 умножить на х минус 3. И все это делится на х плюс 3 умножить на х плюс 4 и умножить на х минус 3. Что же, сокращаем. Х минус 3 есть и в числителе, и в знаменателе. Вычеркиваем. Х плюс 4 тоже сокращается, и х плюс 3 тоже. И в итоге остается 1х. Таким образом, все это громоздкое выражение равно х. Следующее задание. Нам нужно выяснить, какое из следующих выражений получится после упрощения данного. Давайте его перепишем. Итак, 5х в кубе y плюс 20х в квадрате y в квадрате плюс 20xy в кубе и разделить на 5xy. Обратите внимание, что 5xy содержится в каждом слагаемом в числителе, поэтому я предлагаю сократить и числитель, и знаменатель этого выражения на 5xy. Разделим мы числитель и знаменатель на 5xy. Чему равно 5x в кубе y разделить на 5xy? 5 разделить на 5 равно 1, x в кубе разделить на x равно x в квадрате. А y разделить на y – это 1. Значит, если мы разделим первое слагаемое на 5xy, то получим x в квадрате. Все легко и просто.
Идем дальше. Делим второе слагаемое на 5xy плюс 20 разделить на 5 равно 4, x в квадрате разделить на x равно x, а y в квадрате разделить на y равно y. Это второе слагаемое. Третье слагаемое. 20 разделить на 5 – это 4. Х разделить на х равно 1, а у в кубе разделить на у равно у в квадрате. Вот мы упростили выражение, но пока оно не похоже ни на один из вариантов ответа. Думаю, что в итоге ответом будет А или Б, так как у нас получается квадрат двучлена. Давайте попробуем разложить получившееся выражение на множители. Это будет х, сумма каких двух чисел равна 4, и произведение тоже равно 4. Или не так? Чему равна половина от 4y, то есть половина от коэффициента перед x? При этом квадрат этой половины должен быть равен 4y в квадрате. Это будет 2y, и в итоге мы получим x плюс 2y в квадрате. Можете проверить, перемножив x плюс 2y и x плюс 2y. В результате получите точно такое же выражение. Или можно было бы понять все из вариантов ответа. Эти два варианта нам точно не подходят. Это один из этих ответов. Но последний член в трехчлене равен 4y в квадрате. В первом варианте y вообще нет. Следовательно, дедуктивным методом мы приходим к варианту b. X плюс 2y в квадрате. Следующее задание. Его лучше скопировать целиком, а то здесь еще и график есть. А его лучше скопировать, чем рисовать самостоятельно. Итак, какая точка является геометрическим представлением числа 5 минус 2i на плоскости? И – это мнимая единица. Ось х – горизонтальная ось, это действительная ось. На ней мы будем отмечать действительную часть комплексного числа, а она равна 5. Перемещаемся на 5 делений вправо. 1, 2, 3, 4, 5. Это действительная часть. А ось у – вертикальная ось, это мнимая ось. На ней мы отмечаем мнимую часть комплексного числа. Вот она, минус 2i. Нам нужно отметить минус 2. Опускаемся на 2 деления по оси у. И это точка D. И следующая задачка. Пошли задания, связанные с комплексными числами. Итак, i в квадрате равно минус 1. Это определение мнимой единицы. И если i в квадрате равно минус 1, то чему тогда будет равно i в четвертой степени? Предположим, вы не знаете, что такое i. Вам просто известно, что i в квадрате равно минус 1. Возведем в квадрат обе части равенства. Это будет i в квадрате и еще в квадрате, и равно минус 1 в квадрате. И в квадрате – это всего лишь и в четвертой степени, правильно? 2 умножить на 2 равно 4, и это равно минус 1 в квадрате, то есть просто 1. Вот и все, мы ответили на вопрос. Следующее задание звучит таким образом. Геометрическим представлением какого комплексного числа является точка на графике? Другими словами, нам нужно определить, чему равны действительная и мнимая части. Чему равна действительная часть? Вот эта координата равна 3, значит действительная часть равна 3, а мнимая часть равна минус 4. Вот эта координата минус 4, а значит это будет 3 минус 4i. Вот и все, мы справились с заданием. Это комплексное число 3 минус 4i. И на этом все, до скорых встреч!